сука. Вот я... это будет охуенное видео. Мы хуй откроем теперь тачку, пизда. Представим, что там Горбачев. Уруру! Короче, увидели кабанов. Вооружаемся. Валим! Выебал такой парнишка, тоже вот похожий на Пашку был немножко чем-то. Ты если с иконой на груди ходишь, то клещи тебя не кусают. Костей еще не видно, но это очень... Блять. Да, вот он, ребятки, загнивающий запад. Все, съемочка идет. Паша говорил, здесь дорогу сделаю. Когда в Сочи были, Паша сказал, туристы поедут со всей России в это направление. Ничего не сделалось. Паша нас обманул. Вот так вот. Все, дорога кончилась. С сочинского направления свернули. Дорога стала гнить на глазах. Надо дебаты тоже делать. Короче, это надо верующего звать. Днепра? Можно Днепра, короче. Днепра можно поставить. Ирона. О, да, это классно будет. Но Павел... я думаю, Днепр через 10 минут обидится и уйдет. Павел не сможет обосновать. Вообще не сможет. А так можно было. Сенчес сказал, что есть разум по ту сторону. Ты что, не слышал? Да в пизду, Сенча, отец. У меня это видео лежит, блядь, звуки неба, блядь. Там, блядь, чисто я ржал. Я как посмотрел, я как дурачок ржал. Ветер какой-то, блядь, шумит, нахуй. Какие-то елки качают за бугром. Пизда. У меня, блядь, колики. Я когда посмотрел, я думал, там, ну, что-то нормально, знаешь, будет. А там просто какой-то монтаж каких-то кусков, блядь, незадроченнейших с телефона с какого-то. Это он тебя скидывал? Да, блядь, скидывал. Вот Аксис такой какой-нибудь, топит дурачок, блядь. А там все что слушают за бугром. Звуки неба. А там, блядь, восьмиклапанный движок за бугром, блядь, жужжит. Ой, бля, это пиздец. Но, кстати, звук по воздуху передается. Вот тут по-любому что-то есть. В этой говняночке. Туда-сюда. И там цены указаны, все, он там с женой и говорит такой, да, вот он, ребятки, загнивающий запад. Я бы с удовольствием загнивал в этой яхте. И там, ну, просто яхта, не знаю, сколько там стоит. Ну, по ихним бабкам, ну, не знаю, не особо, не очень дорого. Ну, там в кредит, естественно, все можно взять. А у нас на резиновую лодку, блядь, копили полгода, я хуй знает. Еле купили, чтоб ссаного жереха этого, блядь, поймать в говнянке килограммового. И то не скоро. И то не факт. Сейчас, да. Ну что случилось, Павел? Да пизда случилось, блядь, мусора. Хуйня, блядь. Ну, если кратко... То пизда мусора. Около нашего места, судя по всему... Образовались мусора. И егеря. И егеря. Так что мы... Мы едем на другое место. Не рискнули ехать туда. Теперь едем на другое место, но сложность возникает в том, что у нас с собой нет прибора. То есть... Практически вслепую, да, будем действовать. Но полазить, как бы с нашим опытом, да, как бы я думаю, найти что-то там стоящее, да, за 30, 50, 100 тысяч, ну, нам не составит, конечно, труда. Ты что, говоришь какие-то вещи? 30 как тысяч. Бы, блядь, это говно вопрос. Ну, да. С прибором, да, ходят только, блядь. Только слабаки. Да, конченые люди.
как и рыбаки с эхолотом такие же. Ты, блядь. Нюх не пробьешь, как говорится. Крутые повороты, виражи. А у Пашки нюх на такие вещи в крови. Ну, здесь везде леса. Кстати, сейчас будет сад для фрицев такой. Нахуя. Хоть более уныло. Уныло. Блядь, жалко, я камеру не взял. Я Диме фотку присылал, там гора высокая. И там пизда, просто горели леса жестко. Блять. Что? Я говорю, надо до того момента дотянуть, когда пиздоглазые к нам подтянутся. Вот. И будут Илье писать: здравствуйте, здравствуйте, как Артем? Ну пусть будет Илья, хуй с ним. Не, даже не в этом суть. Здравствуйте, Илья. Мы хотеть вам предложить дать товар на обзор, и ты просто будешь говорить: да, я хотеть, и все, и выбирать по пунктам. Блять, там в неделю по одной позиции выбирать и обзорить что-нибудь нормальное, и все, помимо денежных каких-то средств. Вот и все. Но это не на Пашину мельницу, опять же, это только нам, потому что ты нихуя не причастен к этому. У нас, если ты будешь вкладываться, чтобы мы были дружной командой, тогда это, блядь, вопрос другой. Мы тебе можем там какой-нибудь китайский дождевик подарить, например. А так нихуя. Китайский дождевик. Деревенский автобан. Бля, ну да, сотку валим вообще, блядь. Как по асфальту, нахуй, блядь. А китайские, кстати, есть товары нормальные. Ну да, бля, они фалосы охуенные выпускают. Бля, ну в этой нише я ничего не смыслю. Павел, ну скажи, тебе понравилось? Я тоже в этой нише ничего не смыслю. Тебя просто ты с маски с собой какие-то носишь, блядь. Не знаю, анальные смазки. Смазка затвердевающая. Зачем она тебе надо? Мало ли что-то под егерей ложиться. Или мусорам отдаваться. Что у тебя может сломаться? Кость. А хуяк. У тебя может только... Жидкой сваркой, или как она называется? Жидкой сваркой. Жидкое очко. Жидкий стул. Может. Вот он, мусор едет на тракторе. Попердеться. Надо вот такую хуйню купить, липучку, чтобы прихуярить. Или снимает. Всех видно было. Вот Пашина зарплата за сегодня. За месяц работы, блядь, в поселке. Да и стукачом. Не, надо хуйня, не занимаемся. Да-да, блядь. Ух! Трактора. Вот в таком прицепе нужно возить тех, кто стучит. И кто оказывает содействие, блядь, серым людям и лезет не в свое дело. Так, ну что мы будем делать? Вот тут еще как... А, это наша тачка? Ебать! Да понятно. Вася. Альцгеймер. Что мы будем делать? Так. А что мы будем ебать, делать? Он палит, у него голова, как у этого, блядь. Слушай, их двое, что ли? Ну, пойдем. И вдвоем уже палят, заебали они. Погнали хаты грабить. Ну погнали, деревня есть какие-нибудь заброшенные? Потом полазим по деревням по заброшенным какие-нибудь. Блять, таких прямо. Ну так, чтобы просто колорит какой-нибудь поснимать. Либо просто тогда поехали куда-нибудь, место живописное, будем топ-бичи делать. Не, можем на кладбище на Фрицевское съездить. Да и толку, блядь, землю подымать, блядь, если у нас даже прибора нет. Там-то мы хоть знали, где лопатить наверняка. А тут хуй. Это один хуй всю карту открыть пальцем, ткнуть нахуй. Не, можно там прогуляться, копать, посмотреть просто ради разведки на то место, где фрицы тоже. Там такая же хуйня песочная, там по фрицам тоже дохуя чего. Но это идти дохуя. Я туда на мотоцикле, наверное, час ехал. Да ты что, въебался, блядь? Ну я там
так ехал медленно. Да заебал ты снимать. Мне что, блядь, 17 лет, что ли, такие, блядь, путешествия? Заебал ты, Дима. Не, я, в принципе, согласен. Вот, да видишь? Ты-то, блядь, не, ну это интересно хотя бы, чисто прогуляться, блядь. Интересно. Это, нахуй делать, ну, на самом деле. И, ну, можно. Короче, это, ну там, может, пешком, я на мотоцикле там ехал, может, 5 км/ч, мы там застревали, там, пизда дорога просто была. Еще это было 8 лет назад. Это как откуда раз. Надо и нам идти будет? А это туда дальше ехать, короче. Ну поехали тогда, хуй пиздец. Ну на моей, да, едем? Ну конечно. Не будешь ты свою машину там нигде в поселке оставлять, в центре? Да нахуя, потом сюда приедем. Хуй ты дрочишь, еще перегонять, блядь, в пизду. Приехали. На охуенное место, вообще красиво. Коряжник. Приехали, поехали. Мы не пойдем на кладбище немецкое, а мы там, на этой стороне. Так я не знаю, куда ты хочешь. Не, ну мы можем просто через него прогуляться и туда, и туда. Ну давай. Чуть-чуть отклонить. Паша говорит, здесь басы ловят на этом озере. Вот такого. Кого ловят? Значит, НРБ. Паша рассказывал, вообще специфика какая, что его батя здесь в студенческие годы вот такого баса ловил на спиннербейте. Те годы, когда мы малыши. Знать-то не знали, но это не мешало ему ловить. Нашли первую нашу биологическую находку. Не ожидали, конечно, такого. Ну, костей еще не видно, но это очень... Блять. Блять, пизда. Что только парни. Не ожидали. Можешь поднять его? Вот, ёбать. Ебать, он пизда. Он как схватил. Я маленький грот. Я иду копать мертвых немцев. Бля, я знал, что уёбнутый, но не настолько. Ну, писку запался. По дороге. Сняли, блядь, наверное, с 3 человек, вот шли по дороге по этой, сняли, блядь, уже клещей 5. Это пиздец, они здоровые, блядь. У Паши еще покажи дырку в очке, блядь. Пизда, про это сам. А они ж, блядь, это... Хуя, я проснулся. Нихуя. Будилось. А куда мы? А там попиздовать надо по этой хуйне. Да. Не, ну вот, по дороге, там дороге. Бля, что за... Дима, нет у меня клещей, посмотри-ка. Вот он, блядь. Пизда, 2 штуки сидит, посмотрите, вот. И вот, блядь. Посмотрите. Бля, у тебя сзади промеж булок вроде сидел. Да хорош, на меня стряхивает. Ебать, адок, давайте подпалим. Я предлагаю нахуй спалить это все. Я предлагаю нахуй съебывать назад. Для чего, ебнуть? Блядь, ну как так? Это клещи. Блядь, ну, это пизда. Перезаправить можно внутрь? Внутрь, Дима, конечно, ты че? Бля, нате, подержите, переперчи. И вообще нужно еще, чтобы у тебя была футболка заправлена какая-нибудь. Да? Да, чтобы, блядь, они вообще, ну как бы... Там же вроде должен костюм прийти, в нем такая будет... Как рубашка еще, блядь. Ну вот у тебя нормально, такая, да. Что, не, вот такая рубашка еще будет? Не, там такая, блядь, на ты костюме. Ты что, снимаешь? Ткань, какие-то? Да, подшита вот так вот, блядь. Да? Чтоб типа ты ее заправлял. Блядь. Да как же от них, блядь. Это пиздец. Блядь, я заправил нахуй. В эти, блядь, в носки, потому что у меня не достают. Пизда, сколько клещей. Ебал я всех в рот, блядь. Это пизда, блядь, я не хочу быть выживальщиком. Да как фишка, это что, а это все заебанных мусоров. Ну да, кстати. Прошли, вот. Вот по этой дороге мы даже по траве нигде не шли, блядь. Это пиздец. Погнали-то возле бани, нахуй, тестить, лучше бещики. Дима. Ой, или Паша, посмотри, нету нигде? Да хуй с ними, да есть, да хуя. Бля, не, я что-то теперь еще больше захотел тот костюм. Да, я похуй, что он, тут блядь. Еще такая хуйня застегнется, да, вообще да. Даже не заползет. Я что-то теперь еще больше захотел в тачку. И знаешь, что нужно пройтись по магазам, выкупить, блядь,
Анти... Выкупить? Выкупить. Выкупить, да, надо, Дима. Антирады. Пизда, что-то у меня яйцо чешется, парни. Сейчас мы покажем, как он на траве сидит. Вот он сидит на тропах. Он, сука, умный. Он умнее Сенчи. Вот, тут, конечно... Вот, вот здесь. Он выставил 4 лапки. Вы идете, он цепляется. И вам пизда. Спали его нахуй. Смотрите. Что нужно делать? Нужно, чтоб лапок у него не было. У тебя, блядь, я смотрю, у тебя пропалены штаны, кажется, как-то клей. Да пропалены, пизда, это я еще сразу как только купил по прохладу. Не, ну значит, если они так сидят... А, сука, больно тебе, сука! Если они так сидят, то это еще не сильно жестко, если он провести. Гля, он сныкался вообще. На тебя газом, сука. На! Приятно, блядь! Короче, давай сюда. Место, где чел поднял, завалил дерево, просто гнилое дерево, и под корнями увидел кость. Раскопал это место, там песок, нашел 2 скелета, и лежала саперная немецкая лопата. То бишь, скорее всего, фриц нашим бились. И такая вот хуйня у них получилась. И их накрыло. Не знаю, как мы будем переходить, там, наверное, перепрыгивать. Вон тут железо кто-то пиздил. Бля, сколько клещей, ебал я вас в рот. Блять, по самым клещевым идем. Палкам, копалкам. Да хуй, крупа завел, блять. Места нахуй. Блять, приключения нахуй. Места таким уклоном. Давай, блять, пойдем, блять. Слышь, как, блять, переходить? Блять, по одному заебал. Да я ебал, ты пизда. Да Илья заебал качать, блять. Я так еле стою, блять. Как дубон качает, блять. Ути, ути. Илья. Ладно, иди. Блять, а как? Ебать. Опять форелевая речка. Надо было там перепрыгнуть и все. Ты еблан. Ебать, а это вообще клипка хуйня. Она гнилая. Иди, иди, я держу. Весом. Слышь, как ты дальше быть-то, блядь? Бля, ебать, ты спрыгнул, я чуть не ебнулся. Бля, Дима, ты тоже не было места по толстому. Бля, я по толстому хочу, заебал. Не, нужно по двум идти вот. Просто по двум. Просто, блядь. Я думаю, за это пойду, как, блядь, зацеплюсь правой ногой, так съебусь. Вот. Подул. Блядь! Ебать ты, еблан, блядь. Прикинь, там вопрос, там мир, а камера промыкает? Бля, ну без кейса, да. Так бокса нет. Так ты шлюха меня на тот раз подъебывал. Когда я шел. Координацию ноль. А сам да я... Слышь, блядь, да ты в меня палкой кинул в бошку, блядь. А там я видео не вставил во вторую часть. А ты просто ёбнулся. Это бобёр захуярил плотину. Да бобёр, да, вон, какая обгрызки. Какая красота просто. Обгрызки, вон, смотри. Бля, там глубоко, наверное. Не. Это речка была, ни хрена бобёр себе сделал. Жилище какое. Походил я там в футболке. Слышь, утром, было, блядь, жарко, пиздец. Домой прихожу, в ванну лезу, хуяк, шишка, блядь, какая-то в подмышке, в правой, блядь. Я хуй снять могу его, блядь, неудобно. Пошел, блядь, в больницу. Почти 5 часов, сука, я ждал очереди, там люди помирали, блядь. Бабка какая-то, блядь, уже просто сознание теряла на лавочке рядом со мной. Пиздец, блядь. Врачебники, ёбаные. Бля, погода ебаная. Как Герман Стерлигов скажет, это все, блядь, алхимики, ученые ёбаные. Зло. От лукавого все. Я тебя понесло куда-то. Ты смотришь его? Да все, мудак нахуй. Слышно, охуенный чел. Наука миру дохуя тебе была. Герман, с тобой не согласен. Герман, ты нахуй ходит здесь, в плечах полежит.
Ты если с иконой на груди ходишь, то клещи тебя не кусают. Бля, да? Прикинь, сейчас просто лечь и кататься надо. Знаешь, как собаки катаются? Да. Пизда. Вот кому не завидую, так это животным, блядь. Особенно диким. Блядь, да я был бы рад, если бы они прошли сейчас. Мы тут толпы. Не, ну мне жалко лично. А толку нахуй? Да, всех они не подцепят. Вот именно, блядь. Ебать им просто до куища, нахуй. Они на каждом кусту. Как бы я смотрел, что... Бля, не помню где, что вот клещей, клещи, коз кусают, блядь, да? Вот эти... с болезнью Лайма, и что даже нельзя молоко пить. Тоже ты пред... Да, да. Ебать, у меня чистая измена словил. Муха села вот такая резко. Блять. Я думаю, нихуя себе, блять. Чисто прыгнул на меня. Я измену в 94-м словил, ну, когда родился. Красиво. Ебать. Ох, просторы. Вышка. Иди лечь сади на вышку, короче. Мы сейчас отсюда погукаем. Мы, да. Ну иди сади в натуре. Зачем? Мы тебе покричим просто. Помахаем вот так. И ты нам с вышки. Бля, давайте танец станцуем. Да иди ты нахуй. Давай. Да, давай. Смотри, какая хуйня тут живет еще. Толпа просто жуков каких-то жестких. Это клопы. Давайте. Давай я вас. Слышь? Какой-то давай я вас сниму. Слушай, давай мы тебя снимем, ты, короче, как клюкер. Давай. И я музыку пиздатую подставлю. Отче наш, иже еси на небесах, да светится имя Твое, да пребудет царствие Твое, да будет воля Твоя, якобы небеси на земли, хлеб наш насущий, дождь нам днесь, и остави нам долги няша, якоже и мы оставляем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, трижды благослови. Что тут? Следы. Ну, говорят, как бы в этих местах йети обитают. Это детеныш росомахи. Как нам Сенча говорил, у него в деревне была какая-то баба йети, ее поймали какие-то князья, и блядь, в клетку посадили, и там денег давали, чтоб ее выебали. И в итоге ее кто-то выебал, и получились маленькие йети. Йети сапиенс. А выебал, короче, парнишка, вот, ну я рассказывал, как я вот эту историю, как на слуху. Выебал такой парнишка, тоже вот похожий на Пашку был немножко чем-то. Немного походил. Слышь, они спят. Ну-ка, как они боятся вообще? Энергетических. О, раскрылись. Напитков. Смотри, закипел. Все, пизда. Ну-ка. Ну они запузырились. Бать ты харчок. Сука. Поджигай теперь. Ну, заплюю. Дайте увлажнить надо. Смотри, они полюбили энергию. Ух, блядь, пальцы горят. А, сука. Сжигаем лапы. Вспотели лапки-то у тебя, козёл. Она не горит, блядь. Надо автогенку покупать, заебал-то. Говно. Погнали. Жить здорово или как? С Малышевой, да? С Малышевой. И вот она пиздела тётке нахуй. Давай без мата. Нет, с матом, но громко. Вот так вот. Вот так вот. Короче, что вы будете делать, если вы проснулись в чужой квартире? Щелчок, да, был? Хруст. Треск. Слышал? Валим! Нихуя себе втекать. Ебать! Нихуя на ёбу дал, блядь. Ебать!
Ты заснял? Да. Я ебал. Давай палку. Бля, это матка. Это матка, значит. Тихо, не убегай. Блядь, еще. Лопату. 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 Паша, лопату. Не убегай, не сами очкует. А прикинь бы он сбоку вот здесь шел, блядь. Он бы тебя на клык что, поднял. Блядь, как хорошо, что мы орали. Съел тампоны. Давай, дай, дай, дай. Ебать, мы без ствола, без своего. Сейчас больше не поймем. Изыди, Господь! Изыди, кабан! Да тихо, нет, все, не снимай. Все, в пизду, малыш, вот с тампонами, нахуй. Не, перекурим, подожди. Бля, мне уже похуй, даже он клещей нахуй на ногах, блядь, похую выебывал. Слышь, надо, блядь, палку какую-нибудь у Растину срубить. Да какую у Растину, Димка, надо бать. И я услышал вот, тоже. Я говорю, тихо, вы думали, я подъебываю? А потом просто я поворачиваю, смотрю, хуйня перебегает. Сколько, 4? Ну там 2 больших было и 3, наверное, маленьких. С каким? Не, на самом деле это нормальное явление. Он зимой заебись. А, нет, он нет, это не нормально. Ебать, вот это кол, блядь. Он, это не нормальное явление. Он зимой должен шататься, а летом. Не, а она хуевая палка была. Мы ее размачивали в воде, когда ездили. Тогда заебись. Да я чисто раз на раз с ним выйду, нахуй. Надо еще. А чем мы сейчас сегодня размачиваем? Свали ты, блядь. Это чисто, блядь, дневники долбоеба. Блять, какую? Заточи, чтоб пика была прямо. Блять, поменьше. Проткнуть, чтоб он на тебя, а ты на него. Ну да. Знаешь, как в Отечественную войну брали? Да. А ёб твою мать. Как шатается. Бля, он мне так в ебло прилетел в Иванах. Он топором замахивался. Хорошо, знаешь, вот такой замах сделал небольшой. Блять, ну черенок какой-то у тебя другой. У меня есть еще один. Надо поменять. А что там за клин стоит? Да, блядь, вбивали какой-то. Надо кому вот этот? Его ж как, блядь? Мы купили, блядь, а Сенч его разъебал тогда. Ебать, хуйня. А если я его вот так возьму, нахуй? Ну, в землю вставляешь. И чисто, слышь, он когда подбирает, ты отпрыгиваешь назад, чтобы он наткнул. Не-не-не, вот, как мы отрабатывали на тренировках, нужен уход. Уход боковой. Ты вот так, смотри. Дима, ты стоишь, смотри, и суть в том, что ты давай вот эту, обзор твой, это пора, что ты ногу вот так вот делаешь, хуяк, и как бы уходишь с линии атаки, вот, вот эта вот атака идет вот так. Ты дебил. Так, слушай, я и кинуть могу, нахуй, смотри, у меня как раз, блядь, ну, вес сосредоточен, ну, идет. Да. Паша, дай-ка я себе отрублю. Блядь, короче, увидели кабанов, вооружаемся. Блять, это смешно. Ебать. Ты, блядь, зародыша, что ли, будешь тыкать такую? Я хотел сначала, блядь. Кстати, можно идти, смотри, как у трубку делают настоящие мужчины. В рот кидать. Да подальше, блядь. Я чисто буду за щеку кинать. Он если будет на меня переть, я ему за щеку кину и сам прыгну, короче, в кувет. А что, все? Нихуя ли я еще подъебал, слышь, этой хуйней? Поуёбываем, нахуй. Блядь, так это совпало вообще, пиздец. Я-то ёбнул просто так, блядь, это. Вон, сделай, стой, Паш. Я все сделаю. Это смех хуёвый, пацаны. Бля, пацаны, это вообще. Ну я все норм сделал, хуйню. Взял ты еще сегодня сейчас с нами, нет, он бы не хуйню. Да зад, а, блядь, нет. Блядь, топливо ебали. Ну мы вооружились, короче, блядь. Ебал я в рот, просто, блядь. Ты, сука. Твердила, подтвердила. Блядь, от клещей надо. Пизда, блядь. Давай это, ставь ее опять. Вот давай вот этой ручкой туда теперь просунешь. Клещей заебали. Ну и какие-то дохлые с рюкзака валятся. Ну, блядь, воткнуть в горку, ему больно будет. Да, на самом деле надо просто громко пиздеть, распугивать все это зверьё. Я знаю, короче, волшебные слова.
Не нахуй! Не-не. Короче, одно волшебное слово знаю, от которого даже мужик в кусты уебывал, когда мы на отец шли. Когда я орал. Но он подумал, что мы совсем ебнутые. Когда я орал, блин. Шел в ладоши, хлопал, орал. Уруру! Знаешь, вот если бы вот этой хуйни не было, мы хуй бы услышали, блядь. Ну да. Смотри ты, блядь. Вот они ебашили, и вот здесь. Но говно, которое... Вот тропа их. Это тут они перебегали? Да. Ебать, они, он насрал даже. От страха, вон, блядь. Нахуй. Это тропа. Да, да, они ж тропы. Сними-то, карачи. Да я ж... Вот что делают звери при встрече с нами. Потому что у нас есть копья. Ты ходи так иногда по лопате, стучи, Паша. Какой? Ну, чтоб как колокол был. Паша, дай-то я на тебя испытаю. Ты ёбнутый, блядь. Дай я топором. Ща, ребятки, покажу вам. Вот он. Говорят, майский жук. Май. Да нихуя не май. Майский жук. Какой сегодня? 15 апреля, по-моему, да? 16. Вот он, красавчик. На бомбарду ловить. А, тепло, блядь, они вылезли, а листьев еще нет. И мучаются. Вот суки, блядь. Ученые эти. Пришли мы куда-то. Ебать, траншея. Здесь что, блядь, бульдозеры, блядь, траншеили. Это место. А мы вот отсюда даже могли их увидеть. Ну да. Жрать что-то хочу вообще. Блять, сука, ты клещевик ебаный. Просто позиция. Как же это отметить на карте? Вот здесь, по-моему, лежали крылатки. Вы нет, тут копали, блять? Да копали все это, прикинь. Или это может уже было такое, с отсюда, может, шмаляли с чего нахуй. Скорее минами, сюда сказать. Шманули. Не, я имею в виду стреляли с миномета, может, с какого. Укрытие. Блять, охота медведя. Не, мне не охота медведя увидеть. Ну мне там до пизды, по крайней мере, я знаю, что быстрее Паши бегают. Не, я как викинг выступлю с ним в разах, на разах. Да, давай, блядь. Вот они, блядь, пошли. Миометки. Позиция. Дубль один. Это, короче, индеец кидает томагавк. Бросок КГБ. По технике КГБ. Штварка отлетела. Еще раз. Давай. Еще. Дубль два. Представим, что там Горбачев. Ну почти. Ну да. Ну ладно, третий раз. Заебал, я больше не буду дублировать. Давай, Паша, дубль. Дубль 3. Бросок в Путина. Правильно. Мы не хотим убивать Путина. Мы уважаем нашего президента. Это бросок. Пиндосы проклятые. Это бросок. Вон тут работал кто-то. Хорошо так. Что мы видим, Павел? Патроны с ТТ. Смотрю наличие клещей. Патроны с ТТ мы видим. В хуёвом состоянии. Видим. Вот он, сука, клещ ебаный. Видим противотанковую гранату. Ебать, граната, пизда. Да. Видим гильз. Ух ты. А это знаешь, что такое? Что? Не знаешь, что вот это такое? Нет. Ты что, ёбнулся? Колышек? Колышек с палатки с немецкой. Ну тут кто-то нормально выбивал. Угу. Маркировка странная. Как-то без года. А что тут делают? Нихуя патрон как выглядит.
что тут делают гильзы немецкие, наши с ТТшкой. Нахуя это они в ящике? О, кстати, лента от МГ. И вон еще патроны лежат от ТТ. Смотри, вообще раскрылся тут. Да, гильза вообще охуенная. Покажи. Да. В бумаге лежали. Да и пуля не сказал, что совсем плохая. Патроны немецкие. Костя, посмотри. Фу ты, блядь, напугал меня. Ну да, фриса подняли, походу. Да, косточки. Смотри, ты патроны в каком состоянии валяются. 33-й год. Ну-ка, дай-ка мне эту алюминьку. Присылывай. Консервы. Бля, какая деталь какая, смотри, интересная. Ну да. Да, кости валяются. Фрица дернули, прикинь. Вон, что это? Котелок, где? Не? Где? Вот это вот, или что, или консерва была? Консерва, походу. Что это такое? Не знаю. Возьму-ка я себе. Твою мать. Алло. На каждой травине сидят. Вообще пизда. По 4. На травине по 4. Что ты будешь? Он не сгорится. Потому что у тебя зажигалка не горит. Прикинь, очко прогорело. То, через которое проходит. Вот, да, вот ты так. Будешь копать? Иди копай. Я ебал, нахуя? Я хуй полезу туда. Там парни, наверное, поэтому не копали. Думают, ну его нахуй. Чего ты не хочешь копать? Все, ничего. Да, блядь, а прикинь, Ильич пиздит. Ты знаешь, что это? Это граната была, да? Да. Крупа, смотри, что там стоит. Нахуй ты сломал гранату. Крупа, прикинь, блядь. Ну, Ильич вылезает, крупа туда залезает, хуяк, блядь, лопатой три раза, блядь, ударяет, нахуй, взрыв, пизда. Двух рук нету, блядь. И все это нахуй, блядь, на видео. Блядь, сама ёбнет, вас посечёт это... тоже, нахуй. И все не. Это на видео снято, блядь. Ебать, я просто рыдал, нахуй. Крупа без рук чисто, блядь, с культями, нахуй. Что это, нахуй? Дима, что ты хуйню несёшь? С культями бегает, блядь. Ильич, блядь, это все снимает, орёт. Ебать, я помирал. На ты, блядь, помирай. Илья, иди копай. Давай ты копай, Паша. Илья, ты напугал? Ты сказал. Я... Не, пучаны. Там какая-то вот... железка, иди выйти. Я вытяну. Не полезу. Иди копай. Ну давай дальше. Там чуть. Дальше нет железки. Иди проволоку копай. Да заебал ты, покопай чуть-чуть. Ну, блядь, заебал. И я покопаю. Вот покопаю, покажи мне, что там ничего нет, и я пойду за тобой копать. Давай, нахуй же мне туда... Нахуй ты будешь копать, если там ничего нет. Ну, вернулись мы. Мы вернулись. Ебутся. Блядь. Пизда. Сука, я... Блядь. Ёб твою мать. Ты ключ проебал? Пизда, блядь. Ебать. Сука. Блядь, я расстёгивал, зажигалку доставал. Пизда, у меня нету ключа больше. Пиздец. Блядь, я шо сюда положил? Сука! Блять, Илья, ну ты вообще упиздал, блядь. Блять! Мы хуй откроем теперь тачку, пизда. Сука! Ой, блядь! Пошли назад! Шо, я походу знаю, где ручей был. Пизда, блядь, вот ну как знал, ёбаный. Где какой ручей? Её теперь хуй вскроешь, у меня ключ, если и есть, он в Смоленске лежит. Пизда, поехали. Опять замки менять. Да хуй, поехали. У меня ключа, как бы брелок есть, открытие и все. Да как так, блядь? А ключа хуй. Да пошли, я знаю, наверное, где. Пизда, ты... Я ебал, вообще просто пизда. Пиздец. Ты не разводишь, шмот? О, на камеру смотри. Вот ты ебал. Не, реально, где ключ?
Ебался. Сука. Вот чисто, то... У тебя ёкнуло что-нибудь? Ясен хуй. Ну это хорошо, блядь. Да, не ебать, блядь, чушку. Я в следующий раз хуй тебе отдам, блядь. Потому что ты можешь. Да заебал ты, я б не проебал. Паша, ты чё? Я хуй знаю. Ты такой. Я знаю, я её ещё с самого начала, блядь, хотел это, блядь. Смотри, как ты вообще... Ты поверил, что он проебал? Вот, ну как бы мог ты такой себе представить? Я просто, блядь, засомневался. Не, я что-то, знаешь, как-то, блядь, поверил. Потому что Илья такой человек, он может проебать. Да какой? Я никогда ничего не проебывал. Ни телефоны, ничего, ни ключи. Бля, ну ты меня, честно говоря, напугал. А что было, если ключ проебался? Пизда, опять была. Ну тачка тут бы стояла. До Смоленска, по крайней мере. Смоленск, там еще ебатьни, пизда. Ты такой еще, блять, опять замки менять. У меня чип лежит от нее. Ну, то есть завести ее можно. Так а что ты копию не сделаешь на всякий случай? Блять, поеду сделаю. Не, ну надо, согласись, чтобы лежало, блядь. Хотя бы пластмассовую даже. Чип-то у меня лежит. У меня даже ключ же лежит, я же ключ что нашел с нее. Угу. Он же под замок не подходит, а чип-то нормально.